Весна – тяжелое время для спасателей. Паводок, пал сухой травы и природные пожары – самые актуальные проблемы для этого времени года. Поэтому в течение 3 дней сотрудники МЧС будут отрабатывать действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем и природными пожарами. Особое внимание уделят вопросам применения аэромобильных группировок в зоне чрезвычайных ситуаций, авиации и беспилотных летательных аппаратов. Планируется, что в командно-штабном учении примут участие более 7 тысяч человек и будет привлечено более 1100 единиц техники. При этом в практических мероприятиях примут участие более 2800 человек, планируется привлечение более 270 единиц техники. Согласно замыслу, учение пройдет в 3 этапа. В первый день все силы будут приведены в готовность к реагированию на возникновение ЧС. Затем предстоит этап организации работ. В 3-й день непосредственно ликвидация условий чрезвычайных ситуаций.